Банаровские сари. Синонимичные индийской традиции. Женщины их носят почти по всем религиозным и общественным случаям. Традиционную индийскую свадьбу невозможно представить без них. Часто эти сари дарятся богиням индийского пантеона богинь. Сари – это символ многогранной культуры Индии. Буквально все эти сари сотканы мусульманскими мастерами-ткачами. Индийский плюрализм – это наследие истории, которая была возлелеяна руководителями индийского национального движения. Эти руководители были убеждены, что индийский плюрализм является неотъемлемой частью целого, чья доминирующая логика – это не конфронтация, а принятие сосуществования. Слово «секуляризм» как концепция является явно современным понятием. Но в нашем обществе этот вид понятия основан на консенсусе, то есть на взаимном приспособлении, всеобщем согласии. Таким образом, секуляризм был идеалом, который приняли наши люди, осознающие тот факт, что наше общество существует и развивается, опираясь на наши внутриобщинные связи. Сарай Халил в Чандычоке, что в старой части Дели. В этом районе мусульмане составляют большинство населения. Наступил индусский праздник братства Ракша-Бандан, когда женщины повязывают нить на запястье брата, являющуюся символом любви и привязанности. И брат обещает защищать и заботиться о сестре всю жизнь. С годами этот праздник обрел еще более глубокое значение. Как вы видите, мусульманские девушки в Сарай-Халил делают традиционные раки. Меня зовут Садида. Я делаю раки для школы. Я делаю их уже 3-4 месяца. Мои родители делают раки, и я тоже делаю их. Эти раки продадут торговцы-индусы индусским женщинам для индусского праздника. Для этих девочек переулочки Чандычока не новые, но для социологов это еще одно осязаемое доказательство многосоставной культуры и культурного продолжения. Для тех, кто принял на себя ответственность для руководства разделения Индии в 1947 году, было бы легко наделить специальными привилегиями национальное большинство. Вместо этого они взглянули глубже в это. Индийское наследство идет гораздо дальше 200 лет колониального правления, чтобы установить свободную Индию, где каждый гражданин, независимо от его веры, имеет равные права, равные привилегии. Согласно индийскому секуляризму и этосу, 25-й статьей Индийской Конституции предусматривается право на свободное исповедование и распространение. Решение учредительного собрания объявить Индию демократической, секуляристской республикой нужно особенно подчеркивать, помнить об этом и рассказывать об этом. В некотором смысле учредительное собрание могло бы занять и альтернативную позицию, вмешаться в решение вопроса несколько по-иному, но оно этого не сделало, и таким образом подготовило план пути, по которому в будущем направилась новая Индия. В 50 лет после независимости в Индии живут 120 миллионов мусульман. Второе самое крупное сосредоточение во всем мире. Кроме них в Индии живут 27 миллионов христиан, 20 миллионов сикхов
и 850 миллионов индусов. Дух плюралистического существования, который был критерием индийской цивилизации, был подвергнут суровому испытанию во время британского колониального правления. Опасаясь противостояния объединенного населения колониальному режиму, была приведена в действие политика «разделяй и властвуй», чтобы вбить клин в национальное движение. И в 1905 году они разделили бенгальскую провинцию на восточную и западную Бенгалию. Реакция против этого была незамедлительной и спонтанной. Большинство индийцев увидели причину этого, и по всей Индии был брошен клич к Свадеши. Зловещие планы империалистов провалились, так как вся нация проявила единое чувство возмущения. Тем не менее, в 1940 году политика британцев «разделяй и властвуй» смогла создать сильное лобби в пользу разделения Индии. Социологи заявляют, что триумф культурного плюрализма в последние 50 лет является пламенной данью жизнеспособности цивилизации и наследия Индии. После разделения Пакистан оставался в основе своей мусульманской страной. Можно сказать, что там остались практически и только мусульмане. И лишь Индия оставалась приверженной секуляризму. Вероятно, политической реальностью было то, что демократическая реальность была то же, что и до разделения. И что большинство людей были не мусульмане. Но одновременно мусульманская диаспора была в Индии самой многочисленной в мире, количественно уступая лишь Индонезии. Поэтому те же обстоятельства, те же вероисповедания, тот же культурный и исторический характер народа, которые сделали индийское руководство приверженцем секуляризма до 1947 года, позволило этому руководству продолжить эту политику. Примеры секулярных традиций есть по всей стране. Такие как Фатехпур Сикри около Агры, построенный почти 500 лет назад величайшим монархом в индийской истории. Акбар правил территорией, на которой сейчас расположен Пакистан, Бангладеш и даже Афганистан. Когда могольский император решил построить столицу его мечты около гробницы святого суфиста Салима Чишти, то он решил, чтобы каждая вышка, минарета, крепости, каждый сантиметр ее дверей и все дворцы в ней, в общем, буквально все сооружение должно быть одой плюралистическому обществу, которое формировало его обширную империю. Могольский император пошел на шаг вперед, чтобы интегрировать и гармонизировать своих многорелигиозных субъектов распространением религиозного ордера, называемого Дин-и-Илахи, который занял как из индуизма, так и ислама, помимо других мировых религий, критерии всеобщей любви и братства. Успех Акбара, особенно именно в этом вопросе, объясняется тем, что он никогда не был фундаменталистом. Он был готов увидеть положительные моменты, моральные, этические ценности в других философских учениях и религиях. И после того, как он прочитал многие религиозные книги, познакомившись с другими религиями, он увидел красивое, изумительное тождество между самыми различными религиями. И после того, как он глубоко изучил другие религии, спустя некоторое время он пришел к идее «один Аилахи». 1990 год. Бенарес. Время для арти в храме Каши-Вишванат. Звуки дутья в раковины заполнили все вокруг вместе с традиционными цимбалами под аккомпанемент Шенаи. Играющий Шенаи сидит в здании, стоящем напротив этого храма. Вход в храм верующим других религий ограничен.
Однако интересно отметить, что этот Шинай, игрок, мусульман. Храм был построен индусской королевой Ахилябаи Палка. Вначале храм был простым строением. Махараджа Ранджит Синг, сикхский воин, покрыл купол храма золотом. В 1998 год. Дарга, гробница Низамуддина Аулия в Дели. Хазрат Низамуддин был святым суфистом, жившим в 14 веке. Суфизм развивался в исламе в феодальный период и был полон глубокого чувства гуманности, и философия суфийских святых учила терпению и взаимному сосуществованию. Ныне индийский ландшафт богат многими священными суфистскими местами, местами, где могут молиться как индусы, так и мусульмане. Разумеется, на национальном уровне уже существовали и развивались тенденции как внутри индуистской, так и мусульманской религии, которые были направлены к дальнейшему сближению, взаимопониманию между двумя основными религиозными течениями страны. А на местном уровне самые различные религиозные группы и общины взаимодействовали друг с другом, общались без каких-либо угроз религиозным верованиям друг друга. Принцип секуляризма находит свое отражение в рассказах обычных людей, некоторые из которых с годами приобретали духовные измерения. Одним из них был Кабир. Осиротевшего в детстве Кабира вырастили мусульманский ткач и его жена. Позднее Кабир стал великим мистиком, проповедовавшим всеобщую сущность религии. Ткач-поэт использует простые куплеты, выражая свои мысли. Мистицизм Кабира повлиял на упрочение сосуществования мусульман и индусов. Даже сегодня куплеты ткача популярны между индийцами всех религий и национальностей. Основатель сикхизма Гуру Нанак был современником поэта и обожателем его философии. Священное писание сикхов Гуру Гранд Сахиб содержит не менее 11 тысяч поэм Кабира. В 1997 год. Золотой храм в Амритсаре. Духовный магнетизм Гранд Сахиба привлекает сотни тысяч паломников. Тысячи из них индусы.
Это не изолированный остров гармонии. Взаимное динамичное сосуществование различных вероисповеданий явствует как в золотом храме Амритсара, так и в других праздниках индийского календаря. В 1996 год Табл, приютившаяся в суровых горах Химачала-Прадеша, отмечает свое 1000-летие существования. Буддисты – небольшое меньшинство в Индии. На сегодняшний день полоса вдоль Гималаев усеяна великолепными монастырями. Их ритуалы привлекают посетителей как из Индии, так и за границей. Ежегодно тысячи прибывают в Ладакх или Сикхим, и даже в отдаленные места Варвала в поисках мира и спасения. Шесть тысяч лет назад в Индии родился Будда и проповедовал свои принципы мирного сосуществования. И ныне мир усыпан монументами, посвященному этому великому святому, как Сарнат около Варанаси. Притчи Будды и его последователи сформировали центральную часть начального образования детей в Индии. Сейчас они являются частью фольклора страны. В 1993 году Гоа. Время для ежегодного карнавала. Джейнский праздник в южном штате Индии, Карнатака. Последняя в этом столетии церемония помазания Господа Бахубали. Тысячи джейнов собрались здесь со всех концов страны. Их влечет сюда и как паломников в святое место, и как людей, охваченных радостным чувством празднества. В таких случаях индийцы демонстрируют подлинное значение единства в разнообразии. Земля, которая возлелеяла калейдоскоп культурных и этнических тождественностей. Именно это разнообразие подарило этой земле великое богатство, наследие и культуры. Индия – это не тигель для создания сплава из различных материалов, но это мозаика. Нет, это не значит, что, собирая все вместе, вы делаете из этого единообразную религию или порождаете однообразную форму мышления. Нет, индийцы всегда допускали свободу волеизъявления, поэтому происходящая сейчас глобализация мира, где индивидуальности бьются сейчас за место в своем обществе. И именно Индия – это такая страна, историческое развитие которой свидетельствует о возможности сосуществования. Именно из таких культурных нитей соткана в Индии богатая ткань видов искусства, как классических, так и народных. Многие мастера индийской классической музыки, чьи генезисы можно найти в индуистской ведической литературе, являются мусульманами. Один из них – маэстро на сароде Устад Амджад Али Кхан, чью музыкальную родословную можно проследить до Мия Тансена. Даже ежедневный призыв к молитве из мечети. Аллах,
Аллаху акбар. Аллаху акбар. А ведь Аллах Акбар содержит в себе те же музыкальные ноты, что в индийских молитвах Рагу Пати, Рагавраджа Рам. This is the beauty of it. We depend on each other. Прелесть нашей страны состоит в том, что, несмотря на множественность религий, мы опираемся друг на друга. В этом доверии и есть наша мощь. Барабанщик в моем оркестре иногда сих, иногда бенгалец или индус, а даже христианин бывает. К счастью, нас никогда не беспокоит, кто именно играет, как и слушатели не волнует, кого именно они будут слушать. Вот это является ярким примером секуляризма в музыкальной форме. Вероятно, самый выдающийся музыкант современной Индии, Пандит Рави Шанкар, является учеником легендарного Алаудина Хана из Мехара. Величие наших традиций заключается в многогранности культуры Индии и в том, что никто и никогда не думает о том, какой религии принадлежит ученик или гуру, то есть святой человек, которому мы поклоняемся. Индийское кино является мощнейшим культурным знаменателем. Секуляризм – это частый пример в формуле коммерческого успеха. Сама киноиндустрия с самого ее зарождения является образцом составной культуры, где работают вместе люди различных религий, некоторые из них – национальные иконы, независимо от их вероисповедания. За 50 лет независимости Индия постоянно адаптировалась со сложными задачами многорелигиозного устройства. Наследие национального правления и разделение страны оставили глубокие шрамы на теле общества. Эти шрамы возьмут долгое время, чтобы зажить. Около 30 и более даже лет назад, после обретения независимости, между индусами и мусульманами существовала и сохранялась напряженность. И из-за этого нередко происходили жестокие религиозные бунты. Это было отголоском событий, предшествовавших разделению страны, и ужаснейших межобщинных столкновений, которые назревали и происходили как до, так и сразу же после разделения страны. К счастью, с годами острота этой проблемы постепенно, я бы сказал, снижается. Коммунальное насилие все еще поднимает свою уродливую голову, и фундаментализм бросает вызов индийскому народу, который борется с религиозным фанатизмом. Индийское население осознает, что решение проблемы демократии – это больше демократии. И в этом мощь голосования – почти миллиарда людей, которые находят свои анализы. В процессе народ осознает, что сила сплоченности, объединяющая индийцев в нацию, гораздо сильнее, чем риторика религиозного популизма. В нашей стране демократия победила и охватила самые низы как народных масс, так и отдельно взятой личности. Они чувствуют себя сейчас в большей безопасности и будут голосовать за кандидата независимо от его религиозной принадлежности.
и это реалии сегодняшнего дня. Появляется новая многогранная тождественность каждой религии, каждой языковой области, каждой профессиональной группы, в каждом классе народа в ответ на массивный процесс социально-экономической трансформации. И это меняет лицо Индии. Индию, которую мы поведем вперед к новому тысячелетию. Банде матерам, банде матерам, суджалам суджалам маледи шедалам шасте шамалам матерам банде, суджалам суджалам маледи шедалам шасте шамалам матерам банде. Банде, банде, банде матерам, банде, банде.